Олимпийский чемпион Андрей Коваленко в кругу друзей. Один из самых любимых спортсменов Ярославля отметил свое 45-летие. В городе, в котором провел лучшие спортивные годы, где его любят, отлично знают и всегда ждут. Подробности далее. Золото и серебро Олимпиады, победы в чемпионатах СССР и России. И это только малая часть титулов прославленного спортсмена Андрея Коваленко. На днях ему исполнилось 45 лет. Свой юбилей хоккеист, как и полагается, отметил на льду. Здесь прошли, скажем так, лучшие годы спортивной карьеры. И здесь было завоевано 2 Кубка России. Вот здесь большая часть, скажем так, моих друзей. И город Ярославль не посторонний город для меня. Все-таки я его считаю вторым родным городом, поэтому я часто здесь нахожусь. За океаном его прозвали «Русский танк» за габариты и напористость. В честь юбилея одного из самых любимых спортсменов Ярославля в «Торпедо» состоялся матч друзей. На лед в свитерах с цифрой 45 вышли прославленные спортсмены, знаменитости и друзья Андрея Коваленко. Команда нешуточно настроилась на игру, показывают вообще великолепный хоккей. Смесь опыта и молодости в одной команде и в другой. Довольно-таки приятно смотреть. Свой Коваленко играл в обеих командах. Юбиляр за красных, его сыновья за белых. Символично, что старший и стал автором первой шайбы в этом матче. Прекрасно то, что сделал на этот матч. Он подарил всем людям как бы хоккей. И покажет сейчас мастер-класс, как умеет. То, что юбиляр – мастер с большой буквы, знают все любители хоккея. Андрей Коваленко дважды признавался самым ценным игроком в чемпионских для «Локомотива» сезонах. Порадовал болельщиков голами «Русский танк» и в этот праздничный день. Всего прославленный хоккеист в этом матче забросил 5 шайб, что позволило красным одержать уверенную победу со счетом 16-7. На этом подарки не закончились, а некоторых юбиляр еще и не знает. Это он не знает, но для телевидения, скажу, мы подарили ему собаку, которую он выбрал сам, конечно, американскую акиту. Находится у меня дома, я ему подарю ее, как он только приедет в Москву. Денис Муравьев, Алексей Соловьев, «Вести», Ярославль.